Воспитанники отделения волейбола спортивной школы Олимпийского резерва «Динамо» Дмитров в этом году блистали не только на областных, но и на всероссийских соревнованиях. Сейчас у волейболистов наступила небольшая пауза после насыщенного спортивного сезона. Однако тренировки, пусть не такие интенсивные, как зимой, продолжаются на стадионе «Авангард». В этом сезоне четыре коллектива разного возраста приняли участие в первенстве Московской области. Первым на областных соревнованиях стартовал коллектив юношей 2004 и 2005 годов рождения. Дмитровчане не оставили шансов своим соперникам и стали чемпионами, тем самым получили путевку на первенство России. Коллектив прошел зональный отбор и вышел в полуфинал. Но для участия в финале первенства России спортсменам не хватило 10 заброшенных мячей, чтобы обойти конкурентов, набравших равное количество очков. Ну, я считаю сам результат по себе для этих ребят очень хорошим, потому что впервые дебютанты первенства России практически выступали хорошо. Ряд парней себя довольно-таки показали интересно. Вот, получили высокую оценку вице-президента Федерации российского волейбола Валентина Васильевича Жукова. Еще один неплохой результат показал коллектив 2001-2002 годов рождения. На первенстве области, в котором участвовали 17 команд, подопечные Валентина Просекова заняли 5-е место. Неплохо для нашего состава, потому что мы задачи не ставили для этой команды, потому что у нас команда там сборная получается. Там играют ребята 2001, 2002, 3, 4 годов рождения. Вот. Наша основная цель была дать с этой команды игроков в сборную команду Московской области, чтобы с успехом выполнили. Наш капитан команды Дима Железняков попал в сборную Московской области. И буквально месяц назад в Иваново проходило первенство ЦФО. В зачет 8-летней спартакиады школьников России, где наша сборная области великолепно выступила, заняла 2-е место. То есть мы впервые в дмитровской истории имеем серебряного призера ЦФО спартакиады школьников России, который сейчас будет также впервые в истории нашего волейбола детского участвовать в финале стартах спартакиады России среди школьников. Нам тренер сказал, что главное исключить свои ошибки, и тогда мы победим. Первый раз с Белгородом была очень напряженная, мы выполняли, что нам сказал тренер, и у нас все получилось. Дальше команды были не очень сложные, но мы все равно на них настраивались и пытались показать свой максимум. Дебютантами спортивного сезона стали юноши 2005 и 2006 годов рождения, завоевавшие на первенстве Московской области свои первые бронзовые медали. Создание данного коллектива – это совместный труд двух тренеров – Дмитровского Валентина Просекова и Яхромского Елены Комковой. Объединенная команда делает первые шаги, и потенциал у коллектива очень хороший. Чемпионы Московской области прошлого года, игроки коллектива 1999 и 2000 годов рождения, стали на первенстве области только бронзовыми призерами. Однако 8 волейболистов команды составили костяк сборной Московской области на первенстве России. Еще 3 игрока в сборной представили Солнечногорск. В полуфинале первенства России, который прошел в Воронеже, команда заняла 2-е место, а в финале стартов в Вологде поднялась на 3-ю ступень пьедестала почета. Впервые в истории нашего города наша команда завоевала бронзовую медаль чемпионата страны, что является, конечно, для нас очень и очень приличным результатом. Сам по себе финал России был очень интересным. Там практически был фестиваль волейбола. Значит, в одном дворце спорта играли и юноши, и девушки, что давно уже не проводилось в России. Вызвал интерес, потому что и те болеют друг за друга, переживают, волнуются. А буквально через дорогу в зале Вологодского государственного университета в то же время был финал первенства России среди студентов, то есть студенческой волейбольной ассоциации, где ставки были выше намного, чем у юношей. За первое место присваивали звание мастеров спорта. То есть ребятам было где посмотреть. В студенческой лиге выступали практически дубли команд мастеров. Суперлиги, высшая лига и прочее. А в финале России по юношам 99-2000 года, где играли мы, выступали 7 команд, 5 которых являются представителями команд высшей лиги Б. То есть ребята сами играют в мужских чемпионатах России. То есть представляете, какой был накатанный состав, интересно и прочее. В финале первенства сборная команда Московской области провела 6 матчей, 4 из которых выиграла. Коллектив под руководством тренеров Просекова и Запивалова обыграл команды из Сургута, Вологды, Республики Саха-Якутия и Москвы. Однако представители Подмосковья в упорнейшей борьбе, играя практически на равных, уступили коллективам из Воронежа и Ижевска. Дмитровчанин Семен Долгачев был признан лучшим игроком финальных игр первенства России. В принципе, все игры были сложные. Можно было всех команд выиграть и всем проиграть буквально, потому что все команды были равные. Ну, не знаю, просто, наверное, за счет духа собрались, решили уж напоследок отыграть хорошо.
и попасть в призеры. Ну, третье место – это достойный результат. Не было огорчения после финала первенства России? Да, я считаю, нет. Результат достойный. Все рады. Иван Теосичу большое спасибо, что довел нас до таких высот. Матчи финала были очень насыщенными по накалу страстей. Досадной для нашей команды была потеря основного связующего – Германа Букатова, выбывшего из соревнований из-за травмы. Возможно, если бы не это обстоятельство, юноши поднялись бы на более высокую ступень. Ну, я очень рад, что так все сложилось, то, что мы смогли занять бронзу на первенство России. Мы очень долго шли к этому результату. В прошлом году у нас не получилось. В этом году мы собрались опять той же командой, которая ездила в прошлом году. Ну, очень сложно было. Команды все равны были. Не было такого прям слабой такой команды, которая выходила бы и всем подчистую проигрывала. Все боролись, все пытались показать свой волейбол. В числе игроков из Дмитрова были ученики яхромского тренера Елены Комковой. В этом году ребята этого возраста выпускаются из спортивной школы, однако планируют связать с волейболом свою дальнейшую жизнь. Я хотел бы сказать благодарность своему первому тренеру, это Елена Владимировна Комкова. Ну, она заложила во мне трудолюбие, то есть сначала как бы не хотел ничего делать, так ленился, а потом пришел к этому тренеру, и вот она меня научила, как надо работать над собой. Благодаря ней я вытянулся. Мы представим наших героев. Капитан команды и основной пасующий Герман Букатов. Либеро, человек, на котором вся черновая работа лежит, прием, защита, Коля Ходарев. Наши нападающие Володя Заикин, Сережа Бобков, Семен Долгачев, который получил при случае подающего на финале первенства России. Диагональчик Илья Комков, нападающий Дима Патрикеев, Женя Смирнов. Вот. И Дима Железняков – это серебряный призер спартакиады школьников ЦФО. В этом году впервые в истории Московской области, последние 10 лет. Хотел очень выразить, пользуясь случаем, слова глубочайшей благодарности не только за эти соревнования, а вообще за спортивный весь сезон нашему спонсору Сергею Николаевичу Разрою. Потому что благодаря этому человеку волейбол в городе существует пока еще. По крайней мере, я могу за себя говорить с уверенностью. Потому что вот представьте себе ситуацию, что ни на полуфинал мальчиков 4-5 года, ни на финал нам ни город, ни школа ни копейки не дали денег. Вот. И все практически мы оплачивали за счет родителей и благодаря Сергею Николаевичу Разрою, который внес самую большую финансовую лепту в наши вот эти успехи определенные. Поэтому, пользуясь случаем, и благодарность ему большая. И пожелание самого-самого доброго.